Ребята из HitFactor'а прислали мне два новых дульных тормозокомпенсатора. Совершенно новых, таких еще на соревнованиях я не встречал ни разу. С ними стреляет только Алена Карелина и Роман Халитов. Это ДТК Федорова, и они не одинаковые. Два разных дульника. Первый – это версия облегченная, второй – это версия Pro Sport, прямо более массивная, и работает она по-другому. Второй дульный тормоз-компенсатор поменьше в размерах, он полегче и сделан для тех, кто хочет иметь меньшую массу на конце своего ствола. И это имеет значение, поскольку масса на конце ствола гораздо в большей степени ощутима и гораздо больше влияет на баланс оружия. Поэтому здесь они сделали такую версию, на которой поменьше мяса, не мяса, конечно, а алюминия, но здесь его меньше, соответственно, вес легче. Но, на мой взгляд, он и не настолько эффективен, как этот дульный тормоз-компенсатор. Мы в скором времени проведем большой тест дульных тормозов-компенсаторов, и там мы замерим, какая разница между ними будет. На этом тесте вы вообще сможете увидеть все дульные тормозы-компенсаторы популярные и даже экзотические. Хорошая техника позволяет даже без ДТК держать ствол в нормальном состоянии. Но если ты на соревновании, и тебе приходится перемещаться из одной позиции в другую и приходить в какую-то неудобную позицию, например, вывешиваясь, стреляя вот туда, стоять приходится, может быть, даже на цыпочках, и ты в неустойчивой позиции находишься. И здесь компенсация отдачи играет гораздо большую роль. Облегченный дульник мне показался слишком жестким по отдаче, а вот полноразмерный очень хорошо удерживает ствол на линии, при этом делая отдачу весьма умеренной. Если говорить про сугубо спортивную версию, то это дульный тормоз-компенсатор, имеющий по 6 прорезей с каждой стороны. Здесь перегородки, они не одинаковые. Те, что ближе к стволу, они потолще, те, что подальше, потоньше, поскольку первые перегородки воспринимают на себя большую нагрузку. Этот дульный тормоз-компенсатор сопоставим по размерам с ДТК Ильина, и работает он очень интересно. Если вы правша, то он должен быть повернут вправо, приблизительно на 30 градусов. Если вы левша, соответственно, вы должны перевернуть его на те же самые 30 градусов в другую сторону. Этим самым убирается увод оружия. Чаще всего подброс у нас очень характерен. Вот здесь вы можете посмотреть, как он выглядит, если не использовать очень жесткую спортивную стойку. Увод идет назад и вправо. Чтобы компенсировать этот увод, мы наклоняем наш дульный тормоз-компенсатор на 30 приблизительно градусов. Если на девятке на своей я оставлю его под 45, то здесь он требует чуть меньше угол, но и геометрия другая. Соответственно, мы газы направляем немножко вверх на 30 градусов вправо. Вот тут видно, как убирается увод. Видно даже, как дульник гнет ствол. Он у нас переходил как сигарета у служивых. Вот так вот по кругу. Каждый стрелял, накручивал. И очень было легко его ставить, потому что он фиксируется с помощью одного шестигранника. Я дал ДТК своим ученикам для того, чтобы они сами смогли попробовать ДТК Федорова в действии и поделиться своими впечатлениями. Отдача чуть посильнее, мне кажется. Увода не почувствовал, но пинает сильнее, чем на моем. Хорошо компенсирует. Сейчас подстроился после скручивания. Правильно легает. Лучше. А ты из двух стрелял. Какая разница между ними? Первый был более боевой.
легался больше, этот легается чуть меньше. При том, что я еще жилетку снял, чуть легче. Чуточку мягче. Чуточку. Как-то или он просто более привычный, возможно. Что касается про спортивной версии, мы не смогли найти по ощущениям, по субъективным разницы с ДТК или на. Плюс-минус получается то же самое. Единственное, несколько человек, я в их числе, мне кажется, что он компенсирует отдачу как-то единовременно. То есть сила как бы остается та же, но резкость при выстреле в большей степени чувствуется. А при стрельбе с ДТК или на, этот момент словно растянут во времени. То есть сила отдачи такая же, а вот ощущение чуть-чуть немножко помягче. На своем турецком ружье я его, пожалуй, пока и оставлю.